Приморские волонтеры передали в зону специальной военной операции болотоход и машину для транспортировки раненых. Данный автомобиль, болотоход, у нас 20-й по счету. Также мы передаем гуманитарную помощь. Этот автомобиль посвящен памяти нашего погибшего товарища. Он поедет на передовую выполнять свои боевые задачи. Данный автомобиль был специально подготовлен для бездорожья. Были переделаны полностью мосты с Land Cruiser 80. Также установлены лебедки. Все блокировки есть. Высокий клиренс. Колеса широкие были поставлены для необходимого передвижения по любому бездорожью, по грязи. Второй автомобиль для эвакуации раненых подготовлен, оборудован носилками, всем необходимым для транспортировки. Обе машины укомплектованы коробками с гуманитарной помощью. Одной из самых востребованных составляющих груза являются FPV-дроны. Они используются на передовой как для разведки, так и для нанесения ударов по противнику. Собирали, конечно, и медикаменты, также консервы, продукты питания, которого длительное хранение, и необходимые, наверное, средства гигиены. Также и со всех, можно сказать, кто нас знает, уголков присылали также помощь. Мы покупали генераторы, нам заказали. Они портативные, то есть переносные, удобные, которые можно с собой взять на передовую и технику необходимую зарядить. Отметим, волонтеры продолжают собирать гуманитарный груз. К отправке готовится еще 6 единиц техники. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.